Привет, друзья, привет, коллекционеры. Сегодня мы на выставке в Штутгарте. Вот такие у нас автомобили. На выставке мы приехали вообще-то из-за моделек. Здесь мы видим легендарную BMW. И здесь такие вот паршаки. Автомобили Porsche. Очень интересно все выглядит. Да, ну, цена у нас 43 тысячи евро, в принципе. Очень даже ничего. Ну, что, пойдемте дальше. Пойдем. Феррари. А вот это BMW, да? Я с моим товарищем сюда приехал, коллекционером, живет недалеко. Мы когда-нибудь поедем к нему в гости, посмотрим вон эту коллекцию. Это у нас автомобильная выставка. Но мы приехали сюда в поиске моделей. И удар идет на модели СССР. Maybach. Так, здесь у нас Maybach. Надо стараться не снимать людей. Так, это у нас Maybach такой вот шикарный. Григорий? Мацдочка такая, уже старая, ретро автомобили. Шикарная Мацда. Вообще очень даже интересно. Так, где наш товарищ? Он гуляет. Мужчина говорит, плохо почистили. Григорий, ну что, куда, в какую сторону идем? Это Mazda ретро уже, это ретро, да. Вот это тоже. Ну, да, это езжу больше 30 лет. Спокойно. Вот это. Это уже вкусняшки. О, какая. Mazda Cosmo Sport. 69-й год. 53 года. Это вот такой вот дом на колесах, скелет от дома на колесах, а вот старый дом на колесах. Очень интересная тема. Сыры. Вот такие вот сыры, новые сорта. Алло. Конечно, должен снимать так, чтобы не снимать лица людей. Вот здесь очень интересный экземпляр. Очень интересный автомобиль. Здесь мы опять
опять снимаем модельки. Была небольшая ЧП, другой модус был включен. Но сейчас мы будем снимать модельки дальше. Вот. Вот такие вот цены на модельки Mini Champs, очень дорого. Блин, впереди я не смог снять, значит. Ну пойдем, пойдем. Мы потом, может, в конце пройдем еще раз. Еще раз. Где? Ну это как бы, чтобы бриф бешвера, чтобы на письмо ставить, чтобы письмо как прижимать к столу, письма бумаги. У него есть такая тема. Вот тут маленькие моллюски. 10, ничего себе, 10 евро такие цены на эти маленькие викинги, но это много. Старый, наверное. Ну, нормально. А, это Volkswagen, да. А вот 1-2 евро, да. Ну, друзья, обратите внимание, вот такая прикольная выставка. Очень круто. Очень круто. Бенд. Алло. Что-то он проговорил, старичок. Ну там надо дальше видеть, сколько больше. Вот смотри, если Hot Wheels, это Hot Wheels, знаешь, да? Нет, если у них кругляшок золотой снизу под машинкой, то это особенные машинки. Ну я видел, у тебя видел. А, да, это особенные машинки. Это интересно, надо проверять, они могут быть очень дорогими. Ты там про какой-то остров. А? Сокровище. Ну это типа сокровища, да. Поиск сокровищ. Как? Старые. Где? Где старые? Ну вон ящики, коробки, всякие сады. А, ну за Лиду это так, это уже. А вот. Вот интересная тема. Шабок. Шабок. Гамма. Воскостет. Да. А, воскост да. 10 евро. Окей. Друзья, вот такая вот модель. €10. Habt ihr viele von Schabak oder sind das nur hier die? Hier sind alles, glaube ich, BMW-Modelle. Ne? Ja, also von welchen Firmen? Nee, ist alles gemischt. Hier ist ja Gamma dabei. Okay. Okay. Ja, sie haben so, ja. Weil Schabak, okay. Der ist 20, gell? Вот, интересная модель, друзья, такая желтоватая. Okay. Das ist interessant, ja. Да, вот это интересная тема. Это, в принципе, недорого, да? А? А, ну это мини-чемпс, да? Сюда, может, можно будет в конце перевернуться. Александр, а, вот что нас видит уже? Щуко. Какой-то масштаб 24-й может быть. Или 30-й какой-то. Ну это у нас хашет, похоже на хашет, 20 евро. Алтая, да? Это Алтая. Я не знаю. Я потом встретимся. Вот, вот это интересная вещь. 49 евро, но ее можно купить чуть подешевле. Лада Нива от Залидо.
очень прикольная модель. Вот это Лада Нива, видишь, 18 масштаб. Есть еще такая, которая как бы, ну, такая как бы, что? Более такая, как называется? Как же говорится? Нива? Ну, она вся такая, знаешь, сверху с бочками, там, немножко покрашена. Ну, такая же модель. От Залидо, да. Боевая, короче, Нива есть от этой же марки. Скажем так. Что он звонил, говорит? Спрашивал, приедем или Так, друзья, вот здесь у нас. Вот такой вот в Германии модельный мир. Ну, много любят такие 87 масштабы, 87. Ну, как бы тема такая. А эта машинка может очень дорого стоить. Орги, то есть. Слушай, тут правда можно что-то найти? Да нет, тут я вижу много чего. Большой потенциал есть. Вот такой вот ассортимент. Но это только начало, друзья. Как я подозреваю, здесь очень много всего. Wer ist der Hersteller? Viking. Viking? Das ist eine reaktivierte alte Form aus den 60er Jahren. Okay. Als Neuauflage. Ja. Ah, Neuauflage. Okay. Ja. Also, die ist auch schon wieder 10 Jahre. Oder? Ja, ja. 10 Jahre, ja. 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 43. Масштаб Viking, это, конечно, не так часто встречается. Скорее всего, 7-й масштаб. Ого, прикольно. Друзья, смотрите, какая тема интересная. Сику. Амзи гамма 1:63 кефа. Ja. Nee, den habe ich nicht. Haben Sie nicht. Ist ja selten, oder? Ja, ja. Вот такой интересный автомобиль. Was kosten die denn mit den Diamanten? Das ist ganz unterschiedlich. Also der wäre jetzt 33, der wäre 68, je nachdem was es für ein Modell ist. Ja. Das ist nicht lustig. Das sind это старые Zico, друзья. Старые Zico. Die sind gefühlt, ja? Ja, die sind gefühlt. Ja. Ja. Ну, цены такие порядочные. Haben Sie UdSSR-Modelle? Ich habe halt hier den Krankenwagen, wo ist er her? Ja, das ist interessant. Und dann hier dieser Lada. Genau. Also die beiden, mehr habe ich noch. Здесь у нас даже есть советские модельки. 35 евро, не номерная. Рафик у нас здесь есть.
Ну такие цены как бы нормальные, да? Ах я, я хотел сказать. А, чайка, я. Да финда была одна дверь. Я один. Я мдас. Майск, зеро. Наша родная чайка. Окей. А из нуди драй хапти, гэл? Haben Sie? Kommen noch rein? Nee. Okay. Also gut, ich weiß nie, was ich krieg. Ja. Wo kommen Sie her? Hier aus dem Umkreis. So. Aus Stuttgart sind Sie? Nee, 20 Kilometer weg. Ja, ist hier. Okay. Вот такие интересные модели, друзья. Конрад. Воскос де Конрад широко. Под канал вклеба. Дебер 27. 27 евро на такую модель. Это как бы двойку? Ну как? Надо. Но, во-первых, у меня уже такая есть без заднего стекла. А, заднего стекла нет. Не хватает заднего стекла, да? У меня уже такая есть уже в нескольких экземплярах, по-моему, в синий, может, один-два, одна точно есть. И заднего стекла не хватает тоже, да? Вот, ну, у него цены такие нормальные, как бы, это не бюджет.